Доброе утро! Это видеовлог, и в нем вы увидите, как проходит один из моих обычных дней в школе. Первым уроком у нас был английский язык. В основном на этом уроке мы делаем много карточек на различные темы, а также отвечаем домашние задания. Сейчас у нас будет урок физры. На английском я не смогла ничего снять, так как английский — это страшный урок, и если бы я там сняла что-то, меня бы сразу же побили и поставили двойку. Поэтому сейчас у нас физкультура, мы идем в спорткомплекс. Мы уже сходили на физкультуру, и сейчас у нас будет русский уже третьим уроком, а потом у нас будет обед. После школьного обеда четвероком у нас идет алгебра. На данный момент мы проходим темы, достаточно понятные для меня. Но если опять начнутся задачи, то это будет все. Теперь у нас история Донского края. ОДНК и ОНРД. В этом уроке мы в основном выписываем главное из текста, а потом пересказываем учителю. Кончилась ДНК, теперь у нас география, опять в какой-то пристройке, опять не в большой школе. Все, у нас кончились уроки, да, Каришечка? И мы уже идем домой. У меня сейчас будет после школы, я приду домой, покушаю и пойду на английский. У меня отменили танцы, музыкальную школу, и поэтому у меня только дополнительный по английскому. Поэтому сейчас мы идем домой. Я уже пришла с дополнительного, покушала вкусненький виноград и помыла, и начала делать свое домашнее задание на вторник. И теперь слаживаю портфель на завтра. Вот и подошел к концу мой сегодняшний влог. Я очень надеюсь, что вам понравилось это видео. А я уже закончила делать свое домашнее задание. А вы не забывайте ставить лайк этому видео, подписываться на мой канал и писать положительные комментарии под этим видео. А также подписываться на мои социальные сети. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.